Всем привет! Вы на канале Тыков КТВ. Сегодня снимаю видео. Это такое как, так скажем, хочу снять сериал, но это вы решаете, снимать ли мне этот сериал или нет. Я сниму одну серию, а вы потом в комментарии обязательно напишите в комментариях, продолжать мне это или нет. Я посмотрю. Эта история называется «Жизнь котов домашних и дворовых». Давайте начинать. Вот это король всех кошек. Его зовут Лео. Это королева всех кошек. Ее зовут Царапка. Это их придворные. И это секретарь, так скажем, нашего царя. Так, здесь в комнате дочери Лео и Царапки. Это Алиса, а это Кэти. Они две кошечки. Сестрички, которые принцессы. И одна из них будет королевой. А именно вы узнаете позже. Так, дорогая, я думаю, нам уже пора девочек позвать. Ты уверен? Да. Хорошо. Дорогуш, пожалуйста, позови. Да, конечно, ваше высочество. Ой, как здорово, а? Да, чего? Что тут у тебя? Ваши родители хотели, чтобы вы пошли в тронный зал. Пройдемте. А, ладно. Привет, мам. Привет, мам, привет, пап. Так, девочки, вы уже выросли, стали большими кошками. И одна из вас должна уже встать вместо отца на трон. Да. Но для начала вам надо найти мужей. Да? И? Нам уже их надо выбирать? Нет, мы вам, так скажем, представим нескольких, котов, которые бы хотели выйти за вас замуж. Это чем пожениться на вас? Но я не хочу выходить замуж. Надо. Я, конечно, понимаю, что это как-то странно, но я не хочу. Да, почему я не хочу, чтобы одна из нас была королевой, потому что мы очень разлучные. Я понимаю, но вы уже должны выйти замуж. Хорошо. Пока что идите в свою комнату. А кто из нас? Вообще, мы планировали, так как Китти появилась, наша Кэти. Да, Кэти, я появилась раньше. Да, так как ты появилась раньше, то тогда ты у нас будешь королева. Я? Она? Я, в принципе, не претендентка. Я не очень хотела, но... Я даже не знаю, я не обижаюсь, просто да я сама как-то не знаю. Девочки, ладно, идите отдыхайте, вы можете, я же говорила, выбирать мужей, но есть одно правило. Вам нельзя жениться на простых котов. На обычных дворовых. Жалко. Ладно, пошли. Вот. Ага, на дворовых, нельзя жениться. Наша мама, она вроде как элитная кошка, да и папа, хотя как-то странно. Мы же, так скажем, все произошли из дворовых котов. Логично, да. Ой. Ладно, пойдем наряжаться и пойдем гулять. Да, надеюсь, наши мальчики уже ждут нас. Угу. Так. Да, конечно, жалко, что нельзя жениться на дворовых. Давай их познакомим и скажем, что они принцы думай. Я не знаю. Принцы каких-нибудь островов. Вот, да. Кашатинских островов. Шикарно, так и скажем. Все, надо одеваться и уже идти. Угу.
Я согласна полностью. Это алмаз, а это базик. Так, ну что, где там девочки? Базик, ты знаешь? Ты не знаешь, где они. Наверное, надо их подождать. Угу. Может, пока что-нибудь еще чем-нибудь поесть воруем, а то я есть хочу. Ну, не знаю, как хочешь. Я в принципе тоже хочу. Кстати, а где сегодня будем спать? Я, например, ну ты знаешь, я люблю свою коробку, я из нее не вылезу. Ну, так скажем, крышу. Ну, или сегодня где-нибудь на свалке, или еще где-нибудь. Да, мне уже все блохи искусали. Лучше в старых коврах не спать. Да, я согласен. Быстрее идем, Глуша. Иди, ты где идешь? Ой, у меня упало мое украшение. Я же должна красиво выглядеть. Ты куда-то пошла? Украшение поправлять. Нас мальчики там заждались уже. Я иду. Ну, просто некрасиво. А вот так красиво. Ля-ля-ля. Кэти. Ой, прости. Привет, Бази. Алмаз, привет. Привет, Алиса. Ну что, пойдемте гулять? Пойдем. Кстати, угадайте, кто именно будет, так скажем, королевой? Ну, не знаю, раз уж ты говоришь, что, наверное, ты. Ну, как вы догадались? Господи. Ну, потому что, когда ты что-то хочешь сказать, то это, конечно же, будет про тебя. Ну, да. Правильно. Кстати, ну, так это, если я же очень умный кот, я же правила знаю, то вроде ты по закону не можешь выходить замуж без, ну, так скажем, не можешь как бы на трон, так скажем, зайти без, так скажем, мужа, короля. Ну, да. Поэтому мы будем выходить замуж. Да. А это так, просто интересно, за кого? Ну, наверное, за вас. За нас? Почему никто не смеется? Я очень люблю всех смешить. Угу. Вот когда ты рассказывал вчера анекдот про соленый огурец и про рыбу, было очень смешно, что соленый огурец говорит о рыбе, а у вас там на дне наши родственники. Ну что, смешно же. Угу. Ну и как бы так. Ну, мы решили, что мы вас подмаскируем, как ты хотела. Подмаскируем вас под принцев Кашанских островов. Да таких даже островов нет. Ну, открыли новые острова, и вы принцы. Мы... Очень смешно. Не, ну, просто какой из меня принц? Ну, во-первых, я даже этикет ваш не знаю. Да, вот у меня то же самое. Ну... Ну, во-первых, хорошо. Допустим, мы с тобой будем жить в твоем царстве. А где они будут? Уедем на остров на острова Кашанские. Ну, я что-то как-то не хочу на свалку попасть. Ну, не бойтесь, с вами королева. Она придумает. Ага, королева, да, конечно. Что вы все сомневаетесь? Я разве когда-то вас, так скажем, подводила? Они вспоминают. О, алмаз, бати, когда идете? Да вот мы что-то заблуждали, не знаем, как пройти
к нашей мусорке. О, так я все знаю, вы что? Так, если пойти вон туда прямо, то вы пойдете на свалку. А если вон туда, то к оврагу. О, какая ты умная. Ладно, бегите. Ой, или это там овраг? Ну да, было, что я что-то путала. Ну когда это вы вспомнили? Да. Так, Константиня, но у меня есть тоже доказательства. Что? Ля-ля-ля-ля-ля. Ой, сестра, привет. Да, привет. Я там хотела помыть себе шерстку. Не помнишь шампунь справа? Это не краска разве? Или шампунь слева? Это краска. Дай-ка подумать. Слева это краска. Все, спасибо. Ой, или справа. Да ладно вам, взяли вы такие случаи. Ладно, пойдемте вас представим нашим родителям как принцев. Ты, конечно, извини, но мы даже на них не похожи. А, у меня есть идея. Ты уверена, что это нормальный вид? А, да, конечно. Только у тебя алмазная такая... Не, у тебя изумрудная. Она будет. Ладно, оставлю. А мне слишком нормально. Нормально. Ага, очень смешно, очень. Ну что ж, идемте. Ну что ж, идемте. А если вы хотите продолжение, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И обязательно напишите в комментариях, снять ли мне вторую часть вот этого маленького такого сериальчика. Ну, может, он будет большим, если вы, конечно, захотите. И пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока-пока!